О, да. Ярис, Бобарис, Фифи, Фофарис. У меня есть способ, который вы можете мне помочь. Мне нужно, чтобы вы смотрели на это очень близко. Ты чувствуешь, как что-то влияет на ваш разум, а затем оглядываешься вокруг и понимаешь, срань, господня, ты в очень опасной ситуации. В комнате с тобой еще 5 врагов, и все они враждебны по отношению к тебе. Ты был брошен на растерзание врагам. Не подходи, Боджер! Не подходи, Боджер! Вы получаете 7 очков рубящего урона. Ты узнаешь его, он говорит на Игнане, языке огненных элементалей. Хороший питомец! Грег, завязывай, приятель! И присоединяется к порядку инициативы. Могу я просто уйти, чтобы я больше не был проблемой? Я просто уйду. Ты говоришь, хорошо, тогда я не хочу здесь находиться. Это такая напряженная ситуация. Боже мой! Значит... Я все еще понимаю, что происходит. Да. Боже, если я нападу на него, я, наверное, активирую его. Нет, я уверен, что так и будет. Если он провалил спасение против спокойных эмоций, то если ты нападешь на него, он снова станет враждебным. Эй, приятель, иди сюда и присядь на скамейку. Ты дал ему так много шансов, с ума сойти. Я знаю. Ладно, я интересуюсь, типа, ты проклят? Ну ты проклят? Ты проклят? Я не знаю, скажи мне, в чем дело? Погоди-ка, ладно, ты злой? Или ты просто проклят? Или что-то в этом роде? Ключевое слово «почему». Почему? Если бы я был проклят, я бы, наверное, не знал об этом, да? Что, почему? Что ты делаешь? Оглянись вокруг! Ты хочешь жить в этой пустоши? Я жил здесь десятилетиями с тех пор, как меня изгнали! Мы буквально пытаемся тебе помочь! Он мой билет домой! Ебать копать! Что? Что ты имеешь в виду? Грег. Боб в углу такой. Это более 6 секунд одного раунда. Он мой билет домой. Хорошо, давайте вычтем 6 секунд разговора. Ладно, ради бога, скажи мне, почему я твой билет домой? Потому что если отведу тебя обратно к Криетилу, он может простить меня! Ладно, блядь, нападаем! Это было меньше 6 секунд. Было меньше, хорошо. Бородун, скажу так, с этой информацией ты можешь снова стать враждебным по отношению к нему. Хорошо, круто. Сколько огненный шар? 20 футов, не могу. Земляная хватка Максимилиана, потому что я просто хочу. Хорошо. Ты можешь сделать это в помещении? На высоте 2 этажей? Да. А почему бы и нет? Это будет просто дерево. 2d6 дробящего урона. Какой спас-бросок при попадании? Ловкость? Телосложение? Сила? Я просто вытащу Поппи с огнеметом и сожгу все это место дотла. Ладно, он умирает. С нами внутри, типа... Как только он упомянул Лиетила, ему конец. Да, спасибо, сука, наконец-то! Типа, о, поджог Боба, это нормально. Это ноль, у него был отрицательный модификатор, выпало чистый 1, так что это нулевая сила, бэм! Он не ожидал земляной хватки Максимилиана, он вырывается из земли. Так что он получает 1 урон и 5 урона, 6 урона. Ты можешь просто схватить его и держать. Теперь он схвачен, да. Значит, 6 урона. Значит, теперь я могу скрыто атаковать его? Да. 6 урона, он схвачен. Тебе нужно... Он опутан, это для... Я ползу в твою задницу. Пока я не перестану концентрироваться, опутан. Да, опутан. Но он все еще концентрируется на врагах вокруг. Пока что. Это было твое действие. Что-нибудь еще, Бородун? Бонусное действие? Я собираюсь отступить. Можешь проверить дикую магию, пожалуйста? Просто 20? Да, 20. Это первый, то что... Должно быть 1. Нет. Да, ты в порядке. Ты отходишь в угол. Это было 11. Да, но должна быть единица. А, да. Это все, что ты можешь сделать? Да. Хорошо, тогда очередь огненной змеи. Она защитилась от твоей штуки, так что она все еще враждебная. Она направляется к Бобу. Она собирается направиться к Бобу. Она забирается на стол. Сукин сын! Прямо перед твоим лицом. Эй, мужик, как дела? Хочешь поболтать? Я готова тебя выслушать. Давайте не будем делать поспешных выводов об этом огненном змее. Какой у тебя класс брони? 14. Да, 14, просто хочу быть уверенным. Обе промахиваются, едва. Последняя была 13, так что эта огненная змея поднимается, пытается укусить вас, а потом бьет хвостом. Ты слышишь? Ты чувствуешь жар от него, но попадания нет. Черт, что это, блядь, такое? О, боже! Это была его очередь, вернемся к началу раунда, Боб.
Так, он перепрыгивает через... Я разрешаю тебе просто убить этого ублюдка. Спасибо, Грег, спасибо! Вперед! Сначала он поджег меня, потом наложил заклятие на Боджера. Боджер пытался убить меня, а ты все еще такой... Эй-эй-эй-эй! Мы можем поговорить об этом, у него есть причина! Давайте не будем спешить с выводом. Дамы и господа, Бартоломью Озерис Блейдсонг собирается напасть. Вот она! Значит, теперь, когда он опутанный, могу скрыто атаковать? У тебя есть преимущество. Да охуенчик! Навались! Давай, мужик, я прыгаю. Прыгаю сюда, прыгаю на кровать, я скольжу по воздуху и атакую. Ты активируешь ловушку. Нет, не активируешь. Посмотри на его лицо. А потом он ударил его на дом, и он умер. Теперь время Боба сиять. Ты опутан, ты в ловушке. Это значит, что ты в невыгодном положении, у меня есть преимущество. Я собираюсь использовать мою скрытую атаку на тебя. Время использовать эту сталь. Ты перепрыгиваешь его, бэм, приземляешь рядом с ним с обоими кинжалами наготове. Короткий меч, кинжал. Меч-кинжал? Ага, волшебник. О боже. Да, теперь ты не можешь использовать свою магию, да? Тебя теперь ничто не спасет. Ударь своим мечом, у тебя преимущество. 2. Ах ты сукин сын! У него преимущество, преимущество, преимущество. 5. Я, блядь, больше не могу. Проклятие! Промахнулся, ладно. Я просто не могу. Математика не так работает. Вероятность не так работает. Не в костях дело, это уже третий или четвертый набор. Ну как-то так. Неважно, это первая атака, детка. Первая с преимуществом. По крайней мере, теперь у тебя много атак, верно? Даже с твоим... О, я могу, у меня есть... Я использовал свое вдохновение? Я не думаю, что использовал. Не использовал? Давай еще раз, детка. Эй! Смотри мне, у меня еще много атак, приятель. Да, точно, вот они. Бросай. Слушай, D20, слушай. Мне нужно это. Мне, сука, это нужно. 4. Увидимся. Покеда. Увидимся, привет. Было приятно поиграть так с тобой. Так вот, только что просто пропал? Ну типа, блять, да ладно! Что мне нужно сделать? Принести в жертву девственницу, я не знаю. Чё за хуйня? Боги костей, скажите мне, что вам нужно от меня? Что я сделал в своей прошлой жизни, что так сильно вас разозлило? Кубы! Вас нет. С вами покончено, детишки. С вами покончено. Новые кости. Новые кубики. Нахуй вас. Я не могу. Ладно. Вторая атака. У тебя еще одна есть. На! Промах! Я опутан и все такое. Заткнись! О, приятель. Вторая атака? Я так старался. Ты хочешь напасть снова или уже все? Я так старался, чтобы... Честно говоря, я подумаю просто закончить все это и просто атаковать. Попробую атаковать себя. Может, это то, что им нужно. Может быть, если я попытаюсь атаковать себя, я случайно задену что-то. Малыш, сусик. Я бы в жизни хотел это увидеть, как он пытается ударить, но так разочарован своим ударом, что просто... А, может просто... А, нет, нет. Типа, нужно ли мне попасть первой атакой, чтобы получить вторую? Нет, 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 просто... Время второй атаки, детка. Ладно, эти сработают. Хорошо. Это наша первая совместная игра. Эй, детка. Это... Определит наши отношения. Определит наши отношения. Я собирался пригрозить, что разобью тебя, но ты технически не моя игральная кость, так что считай, что тебе повезло. Поехали, вторая атака. Давай, пожалуйста. Вторая атака... Какого хуя? Это единица! Единица! Леди и джентльмены, это единица! То есть... Типа... То есть, типа... Чистый один! Это чистый один! 4 подряд! Получить на D20 меньше 5! 5 или меньше! А он еще может ходить? Ты можешь сейчас ходить? Не-не-не, это все! У тебя есть преимущество, потому что он все еще опутан, так что у тебя все еще есть преимущество. Даже при чистой один? Да-да-да-да-да. Я так волнуюсь за тебя! То есть... У меня буквально нет слов. Типа, что? Это так маловероятно. Он математик, он знает, так не должно быть. Я так волнуюсь за тебя, о боже. Бросай снова. Мне нравится, как ты уверенно перепрыгнул через стол и кровать. К вашему сведению, вероятность произошедшего составляет 1 к 64. 4 раза подряд 5 или меньше. Ты
Ты промахнулся. Ты не ожидал. Не, у него есть еще один бросок. У него есть еще бросок, чтобы понять, может ли он атаковать. Иначе бонусное действие просто пропадет. Он только что перепрыгнул через кровать и такой... Парень буквально сжат гигантской рукой, сделанной из грязи и дерева из его половиц. А ты такой, не могу в него попасть! Не могу попасть! Ладно, забудем это оружие, оно не работает. Упс, напортачил. Ладно, давай. Чистая 20, детка, чистая 20. Поехали, поехали, дойдем до среднего! 6. Не 5 или меньше. Но это не имеет значения, не так ли? Потому что это все равно промах. Может и попадет? Нет, не попадет. У тебя нет плюс. У тебя недостаточно высокий модификатор. Какой у тебя модификатор? Модификатор чего? Твои атаки. Извини, ты никогда не атаковал раньше, так что ты не знаешь. А, твой меч, твой кинжал плюс 6, значит 12. Недостаточно. В следующий раз. В следующий раз. Пойду спрячусь за столом. Я на самом деле хочу немного поплакать. Это так... Я не могу... Не так много... Я свои кости могу подтасовать. Давайте вернемся, атакуем в следующем раунде. Хорошо. Боб повесил голову и медленно забирается на кровать, перелезает сюда, садится и просто думает обо всем. Просто глубоко задумался о том, как он попал сюда, по какому пути пошла его жизнь и что он сделал, чтобы заслужить такое обращение от рук Бога. Богов удачи. Вся моя жизнь шутка, я жалок, я просто заплачу нахуй. Почему? Почему это никогда не работает? Я должен был быть хорош в этом! Ладно, он... То есть, блядь... Он произносит слова. Произносит магические слова, в воздухе появляются символы и все такое. Его окружает серебристый туман. Но только не это. Он исчезает со своего места и кастует туманный шаг, чтобы появиться в радиусе 30 футов, так что он может появиться рядом с тобой, но не будет. Спасибо. Потому что он появляется рядом с тобой и... Своим кинжалом, который он достал. Ну разве у тебя нет твердой чешуи или чего-то такого, что может отразить? Какой у тебя класс брони? Да, у меня есть броня. Класс брони 16. Хорошо, поехали. Из-за твоих твердых чешуек, которые у тебя есть, ты же драконорожденный. Это промах. Так что он делает туманный шаг из земляной хватки, и затем он пытается ударить тебя ножом, но бьет по кольчуге. Говорит, дерьмо! А, на тебе кольчуга. Проклятие. Какого дёрта? Ты только что пытался меня зарезать? Ну да, я пытался нарушить твою концентрацию на умиротворении. Эй, чувак, это очень грубо. Hello, darkness, my old friend. Он смог выйти туманным шагом из земляной хватки? Да. Что? Это был его ход. Засранец. Это были бонусы действия, у него есть движение, но он остается на месте. Можно мне немного дождя добавить? Улыбак, это твой ход. Так, он прямо передо мной, только что пытался ткнуть меня на дом. Я ткну его в ответ. Так, ребята, давайте дадим ему шанс. Я хочу его выслушать, ребята. Оружием, заклинаниями или... Своей булавой. Булава? Проткни его булавой. Я хочу проткнуть его твоей булавой. Старое колющее оружие. Хорошо, делай атаку булавой. Хорошо. Бросай свой D20. D20? Да, чтобы проверить, попал ли ты в него вообще. Нет. О, нет! Оно распространяется! О, боже! Я промахнулся, потому что было 2. Он как бы наткнулся, так что я бросил его снова и снова получил 2. Я думаю, мне нужно просто уйти. Я взял с собой карту. Ты остановил игру, да? Сегодняшний выпуск предоставлен вам цифрой 1. Ты когда-нибудь пожимал руку Уиллу Уилтону? Его Дайси тоже прокляты. Может, это впиталось на каком-нибудь фестивале? Круто! Ты его не ударил. Это было специально или... No. Нет, я не ношу броню. Нет, я не надел очки. О, черт. Да. Ну, мы пытались. Ну да, ладно, удачи тебе. Это пока что самый неуклюжий бой всех времен и народов. Ноль хороших ударов. Мы все... Это должен был быть эпик Марвела. Все супергерои произносят заклинания и все такое. А вместо этого они просто... Нет, нет. То есть перепрыгну через кровать и спотыкаюсь. Этот эпичный огненный змей пытается прыгнуть на стол такой... Да, огненный элементаль тоже промахнулся, не так ли? Пока что это самый говёный бой. Хорошо, давайте монтажом обрежем до этого момента и начнем нормальный бой. Давай по новой. Итак, ты атаковал, это было твое действие. У тебя есть бонусное действие движения, если хочешь куда-нибудь двигаться.
Я хочу двигаться... Спрячься за столом с Бобом. Я буду рядом. К твоему сведению, если ты покинешь зону поражения противника в ближнем бою, когда с тобой уже вступили в бой, он может использовать реакцию, чтобы получить атаку по тебе. Может, лучше не делать этого? Так что я должен оставаться там. Ты... Не обязательно, он промахнулся в первый раз. Может, промахнется снова из-за вот этого вот. Ага, потому что я в комнате. Опять же, у меня было много хороших роллов до этого, когда это было совершенно неважно. Например, выживание, чтобы поставить палатку? Да, я могу поставить отличную палатку, приятель. За это не переживай. Так я могу попытаться ударить его снова? Нет, ты можешь... У тебя есть бонусное действие, которое ты можешь... Думаю, некоторые из твоих заклинаний бонусные. У тебя есть щит веры, не так ли? Щит веры... Видишь его на одном из ваших заклинаний, на одном из этих многих-многих карт? Это бонусное действие защитит союзника. Например, Боба. Я использую его. О, хорошо, отлично. Я использую его, потому что я очень волнуюсь за тебя. Как и должно быть. Я использую метку благословения, чтобы напомнить, что у тебя есть щит веры, который увеличивает твой класс брони на 2. И вокруг тебя появляется сияющий, мерцающий свет. Ладно, на этом все, улыбака, боджерт, выход. Я все еще не уверен касательно того, насколько ты в себе, Ика. Да, я не до конца понимаю свой уровень, чего бы то ни было. Ты чувствуешь себя собой. Ты не осознаешь, что находишься под каким-либо воздействием. Ты просто знаешь, что наверху есть группа врагов, и они сражаются друг с другом. Хорошо. Так что если я поднимусь туда... Просто если ты посмотришь на нас, мы выглядим как враги. Вот почему я ушел. Я чувствую, что мне нечего предложить здесь. Я бы просто напал на вас, ребята. Поэтому я хочу прийти сюда. А, ты положил глаз на эту секиру. Тогда я... Обнаружить ловушки. Могу ли я обнаружить ловушки или что-то еще лучшее, что я могу сделать? Хорошо, сделай проверку анализа, посмотри, сможешь ли ты определить, есть ли ловушки на этой штуке. Шесть. Ты обосрался. Это твоя особая... Так, со всеми ловушками? Какой у тебя модификатор анализа? Что-что? Модификатор анализа. Думаю, он должен быть отрицательным, потому что ты... Отрицательный один, да, так что пять. Пять. Да, ты не видишь ловушек. Можно я просто попробую схватить эту чертову секиру? Да, ты хватаешь секиру и поднимаешь ее. Действительно хорошая секира, увесистая. Ты вроде как убираешь свою... Да, выглядит так, словно... Это лучше моей секиры? М? Она кажется лучше моей секиры? Кажется, что лучше, чем твоя. Я беру ее, она теперь моя. Что это? О, да, я не против. Теперь моя. Бум, ты получил ее. Ну, это было довольно... Ладно. Подожди, а что потом? Он получает секиру. Я имею в виду, что с точки зрения... Есть ли шанс, что там получше характеристики, или ничего не изменится? Я не знаю. Откуда я знаю? Мне нужно выяснить, что я знаю. У меня есть еще время до моего хода. Могу ли я пойти и попробовать еще раз посмотреть? Как только... У вас что-то не получилось, например, поймать муху. Погодите, я искал ловушки. Теперь я попробую найти что-нибудь другое. О, так близко, так близко. Будучи кузнецом, что было бы лучше всего? Просто анализ. Что ты конкретно ищешь, например? Я надеюсь, что ты подскажешь мне, что я должен использовать. Он хочет узнать характеристики топора. Сделай проверку магии. Так что теперь ты понял, что это действительно хороший топор. Это действительно хороший топор. Только это ты и заметил. Теперь ты пытаешься понять, является ли топор хоть как-то магическим. 18. 18, хорошо. Когда ты смотришь на него, ты понимаешь, что что-то выгравировано на рукояти. Кажется, это слово. Между двумя лезвиями по обе стороны. Там какие-то волшебные руны. Ты замечаешь, что они магические. Ты не знаешь, что там такое, потому что не разбираешься в магии. Но ты знаешь, что этот топор каким-то образом вложена магия. Хорошо. Ты не знаешь, что он делает, но ты знаешь, что если ты потратишь достаточно времени с волшебным предметом, ты на него настроишься. Он теперь часть меня. Руны. Интересно, что они значат? Я уверен, что они в порядке. Теперь это моя новая секира. Добавь ее в свой инвентарь. Она в моем инвентаре. Там 40 секунд... прости, 5 секунд или 6 секунд ход? Раунд 6 секунд. Хорошо, значит, прошло около 12 секунд. Потому что ты
спустился вниз. Если он вернется наверх, то, очевидно, займет ход. Сможет ли Бара Боджер решить атаковать этого парня? Или тут все враги равны и просто нападет на любого? Он все еще под действием эффекта умиротворения. Так что если бы он поднялся, то увидел бы меня первым и напал бы на меня. Прямо сейчас, если бы он вернулся наверх, он был бы в комнате с врагами. Он не хотел бы сейчас ни на кого нападать из-за эффекта умиротворения, который все еще на нем. Я чувствую, что я не могу помочь, что я не полез. Хорошо, значит, это был ты. Ты исследовал топор, проверил его на магию. Я не могу также отпереть сундук или вроде другое действие. Такое ощущение, что ты анализировал больше 6 секунд. Грег, твой ход. Дерьмо. Значит, на меня напали. Ты знаешь, что ты следующий, поэтому я и выставляю вот это на всеобщее обозрение. Брадун, ты следующий. Я знаю, что там. У меня есть план. Я думаю. Ну что ж, эта штука прямо у меня перед носом, я должен с этим разобраться. И я собираюсь использовать луч холода на него. На него. Прямо здесь. О, своим деревянным пистолетом? Своим, да. Могу ли я использовать мою деревянную пушку? Да, теперь у тебя есть свой волшебный огнестрел. Круто. Который, кстати, и мое заклинание усилилось из-за моего 5-го уровня. Верно. Так что если ты наносишь урон, ты нанесешь дополнительный урон от луча холода и еще D8 сверху из оружия. Поскольку ты атакуешь дальнобойной атакой в ближнем бою с помехой. В этом есть смысл? Да, потому что ты... Кого ты атакуешь? Этого? Этого маленького чувака. Ага. Ему нужно пройти меньшее расстояние, чтобы полностью выйти из зоны досягаемости, чем если бы он был далеко. Нужно изменить гораздо меньший угол, чтобы он оказался в зоне досягаемости. Легче от тебя увернуться. Хорошо, давайте сделаем это. Луч холода. 12. У тебя помеха, так что бросай снова, бери меньше. 16. Итак, 12 плюс модификатор достаточно для попадания, так что бросай урон. Луч холода будет довольно много. О, мы наконец-то наносим урон в этом бою, дамы и господа. Первая попавшая атака за полтора раунда. За дело! 3. 2 раза, я полагаю? 2 раза, да. 7. Значит, 10 урона, а потом, поскольку ты сделал это с помощью своего арканного огнестрельного оружия, еще один. О, черт возьми, 5, 15. 15 урона. Неплохо. Лады, огненная змея. Пора тебе остыть. В аду. Потому что ад замерз. Вот почему ты можешь остыть в аду. Он в крови. Итак, твой луч холода выходит из... Ты больше не используешь чашку, чтобы лить. Нет, теперь у меня есть пистолет. Ты смог модернизировать и вложить всю свою силу в эту палочку, которую ты направляешь прямо в грудь этого огненного элементаля, а потом он застывает. И затем падает на стол. Но, похоже, он получил двойной урон от того, что был огненным. Я знал это, я знал! Хорошая работа, Алан. На столе теперь замороженный огненный элементаль, молодец. Это было твое действие. Могу ли я использовать свой бонус и просто крикнуть? Яри Златорог, откройся! О, хорошо. То, что ты можешь уйти. Да, я разрешаю. Итак, ты используешь артистичный. Используй свои актерские способности. Это идеально. Ты должен передать мне свой южный голос. Ярис Златорог, открывай! Отлично. Ты готов? 3, 2, 1. Ярис Златорог, откройся! Идеально. Хорошо, ребята, я справлюсь. Ярис Златорог, откройся! А потом ты просто стоишь там внизу и смотришь на эту новую секиру. Такое интересно, что там происходит. И тут дверь открывается. Просто беги, малыш. Не оглядывайся. Не оглядывайся. Он просто вбежит в ловушку. Грег, это все? Не хочешь никуда двигаться? Нет, мне хорошо. Стоишь, где стоял, Бородон? Хорошо, я использую шоки... хватку Максимилиана на нем снова, чтобы он снова был там. Половицы как волны поднимаются, когда эта рука проходит сквозь них. Проходя через них, а затем, когда проходит, оставляет все так, как было. Она прорывается через землю и пытается снова его схватить. Он бросает... Напомни еще раз, силу же, да? Сила? Спас бросок, да. Сила. Этот наткнулся. Это 13. Это... Я... О, боже. Сложность? Я не знаю, я думаю, 14? Да, 14. 14, так что он едва проваливает его. И снова он схвачен в руке этих половиц, в хватке грязи и досок. Давай еще раз! 2 плюс 6 урона. Сколько, простите? 8 урона. Если я снова промахнусь, это может убить меня, это уничтожит меня.
то, что ты можешь выбраться из земляной хватки Максимилиана, похоже на жульничество. Но на этот раз тебе от меня не уйти, скользкий засранец! Теперь это заклинание концентрации. Могу ли я сотворить еще и неконцентрированное заклинание, или... В этот ход ты не произносишь заклинание, так что теперь ты можешь произнести заклинание в качестве бонуса. Хорошо, тогда я собираюсь, как бы вы это ни назвали, ускориться, а также сотворить леденящее прикосновение, которое... 1D8. Сделать атаку заклинанием с расстояния, значит, я должен... Нужно понять, попадет она в него или... Может, тогда я не буду этого делать, потому что он... У тебя есть преимущество, потому что он опутан. Но потом помеха, потому что он... Не помеха, я просто кидаю, чтобы увидеть, кого из них четверых ты атакуешь. У него четыре отражения, он сам и трое других. Я бросаю, чтобы увидеть, на кого из них ты нацелился. А затем ты бросаешь с преимуществом, потому что он скован. Хорошо, круто. Если ты попадешь, один из них исчезнет. Ладно. Правда? Круто. 19. И 14, так что 19. И правда попадает в него. Поехали. А теперь, кто из них ты? Ладно, Энники-Бенники, еле вареники. Попался, ублюдок! Класс! Слишком мало бросил, леденящее прикосновение проходит через все три его иллюзии, хватает его за ногу, и из земли появляется маленькая призрачная рука. Я просто хватаю его со всех сторон. Да, все эти руки хватают его со всех сторон. Я весь такой хваткий! И он получает кучу некротического... На этот раз у тебя нет оправдания для промаха. И он получает 8 урона. 8 урона, разве не больше из-за твоего 5 уровня? Внизу про леденящее прикосновение должно быть написано, что на 5... О, 2D8! Я останавливаюсь хватким. 5. 8 плюс 5. Так что он получает 13 дополнительного урона от леденящего прикосновения. Бородун! Вы от меня не убежите, мистер Златорог. Я становлюсь рукастым, да. Бородун любит лапать. Нет, звучит жутко. Бородун! Бородун делает бородунство! И скелетная рука пробивается сквозь сломанные половицы, оставленные гораздо более крупной рукой. Хватает его и не дает ему исцелиться до следующего хода. О, да, я сделал это потому, что теперь он не может исцеляться. Он не может исцелить себя, пока эта призрачная рука на нем. Итак, это было твое действие, твое бонусное действие. Хочешь куда-нибудь переместиться? Не, ладно, это огненный змей, он мертв. Это Боб. Возвращаемся к началу раунда. Давай, малыш! Ты справишься, Боб! Ладно, я травмирован, но я сделаю это. Он опутан, ты не можешь промахнуться. Невозможно промахнуться. Ты не можешь сконцентрироваться на нескольких сразу. Как только ты наложил на него щит веры, твое умиротворение слетело с него. Внизу, когда ты получил новую секиру, дверь открывается, и ты думаешь, хорошо, я ухожу от этих врагов, и тут часть твоего разума говорит, нет, не уходи от врагов. 25, 30, 35, 40. Нет, он встает рядом со мной. Чего я сейчас хочу, так это того, чтобы ты не кидал больше, чем... Он знает, как тактически... 8, иначе я труп. Давай, 1-1-1-1-1-1-1. Перевел Феликс, озвучено, как всегда, в странном местечке. Ребята, это видео вышло только благодаря вашей поддержке, поддержке наших бустеров, подписчиков на сайте boosty.to. Спасибо вам огромное за то, что вы поддерживаете выпуск наших переводов и озвучек ДНД. Я рад, что вам нравится, я рад, что вас все больше и больше, мы готовы ебашить и дальше. Спасибо огромное за вашу бесконечную поддержку. Спасибо вам, ребята. Ну а если вы смотрите этот ролик на сайте youtube.ru или com, то переходите по ссылке в закрепленном комментарии. Там есть куча уже озвученных, переведенных роликов. Можете посмотреть прямо сейчас, не дожидаясь выхода на YouTube-канале. Да сколько можно уже твердить? Сколько можно твердить, что вы можете посмотреть уже 11 серий подряд? Просто вот так вот сейчас заходите и залпом смотрите. Ладно. Я всех люблю. С вами был Хасид, я ваш Капрал Натурал. До новых встреч. Oh, natural ones, they're the best, aren't they? Just the best. If you want to see more, watch me roll some more shitty dice, then make sure you subscribe. Thanks.